Так, всем снова здорова, дорогие друзья, с вами Фрикстер, и сегодня я продолжаю играть в игру Monster Hunter World дополнение Iceborne. И у нас сегодня идет квест с Эфидживой. Вот, это у нас сюжетное задание после прохождения основной сюжетной линии. Вот, также хотел сказать, что все-таки я скрафтил многослойку. Многослойку фестиваля... Ой, я забыл, какой это фестиваль, они все на одно лицо, так сказать, по-одинаковому называются. В общем, скрафтил себе такой китайский костюмчик, национальный, традиционный, я не знаю. В общем, очень круто выглядит, буду с ним в ближайшее время бегать. Давайте поговорим с Искателем. Я ждал тебя, охотник. Кое-что случилось. Открытие тундры в путеводных землях и подвиды зенограф. Несомненно, значимые события. Но все они меркнут в сравнении с новостями о существовании красного монстра. Нельзя исключать, что появление стигийского зенограф как-то связано с этим монстром. Но сначала нам нужно собрать совет, обсудить эти новости и разобрать план действий. Давайте посмотрим, что нам предложат. Подходите, вспомним, что мы уже знаем. Пятый флот открыл в путеводных землях новый регион, на вид напоминающий морозный простор. А еще ребята обнаружили новый подвид зенограф. Благодаря их условиям, усилиям, мы сможем как следует исследовать этот регион. Вы молодцы. Кроме того, в недрах земли мы нашли сброшенную шкуру. И еще кое-что. Наш отряд обнаружил какую-то исполинскую тварь красного цвета. Все так. У нее есть несколько уникальных особенностей. Я пыталась сравнить его с известным нам чудовищами. Но, увы, не все сходится. Возможно, мы столкнулись с совершенно новым чудовищем. Но разве там была не Ксеноджива? Судя по окружению, она долго росла и в процессе сбрасывала кожу. Точнее сказать, не выйдет. Так что пора начинать расследование. Именно так, начальник. У меня мысль. Мы соберем небольшой отряд и пойдем на разведку. А когда выясним, что это за тварь, вернемся с крупным отрядом, чтобы все расследовать. Кто знает, вдруг нас ждет встреча с трехголовой тварью, извергающей молнии. Нужно понаблюдать за ней, прежде чем браться за дело. Выяснить, что к чему. Ты не рвешься в бой. Ты не рвешься в бой? Должно быть, это и правда жуткое чудовище. Но я тебя понимаю. Поступим по-твоему. Только пообещайте, что отступите, прежде чем будет слишком поздно. Есть. Долго мы следить не будем. Ну ладно, я пока займусь. Напарник. Не может устоять перед любопытством, да? Не переживай, я понимаю, каково это. Ты идеальный кандидат для этого дела, охотник. Ну что, подведем итоги? Для начала мы подготовим особое поручение. Когда начнется полноценное расследование, мы созовем всех охотников в зал собраний. Цель разведки — проследить за поведением чудовища. На всякий случай, напомню, что с тобой можно брать любых охотников, которым вы доверяете. Когда вы вернетесь на базу, и мы изучим новые сведения, можно будет запустить полноценное расследование. Кажется, на этом все. Берегите себя. Пока вы будете сражаться с чудовищем, я постараюсь выяснить, в чем заключаются его особенности. Что ж, вроде совсем определились. Охотники, сбор в зале собраний. Окей, ну, в принципе, вот, как-то так. То есть, насколько я знаю, это что-то наподобие Кульфтарот, который был в обычной МХВ, и, скорее всего, можно будет тоже собирать несколько групп, ну, то есть 4 всего, по 4 человека, чтобы увеличить количество наград и так далее, ну, и скорость заполнения шкалы расследования. В отдельной долине обнаружено неизвестное чудовище. Примите задание «Разведка чудовища». Девушки из общества центра взяли собрание, чтобы начать расследование. То есть это отдельно, как и у... как же ее зовут? Кульфтарот. Здесь специально будет отдельная такая вкладочка. Интересная, наверное. Сейчас посмотрим.
Так, а вот она как раз нам про это задание говорит. Ну, нанять других охотников. Покинуть обучение, да, вот у нас есть нападение на Кульфтарот, которое сейчас доступно. И ниже у нас разведка. В общем, давайте начнем разведпоручение. Я так понимаю, в соло мне будет сложно пройти этот квест. Так что, скорее всего, я с людьми другими побегаю. Вот, и то, что запишу, возможно, даже нарезочку сделаю. И с этим мы уже отправимся, конечно же, на полноценный, как бы, точнее, будет полноценный видосик, как только я запишу этот квест с другими людьми. Вот, но этот квест будет у нас 20 числа. Сегодня у нас, я даже не могу посмотреть, какое у нас сегодня число. Вот, ну, пока что София Джива недоступна, мы только ее прогоним. Как раз к тому моменту, возможно, апну сотый мастер-ранг. Вот она. Красивая. То есть, по сути, насколько я понимаю, Ксинаджива — это существо из энергии. Вот. Ой, это что у нас такое? А, это камешки. Ксинаджива — это существо из энергии. То есть энергия конденсировалась, и появилась ксинаджива. Но потом, как бы, эта энергия стала принимать физическую форму, и появилась сафиджива. Плюс сбрасывала кожу и так далее. Так, что это она под землей такое создает? Что это? Аномально прочная чешуя. Понял. Как скажете. Так, а можно мне усилиться? Спасибо. Ух ты, кстати, у меня так этот горит прикольно. Не накидка, а наруч. Наруч, в котором... Ау, хвостом ударило. Не наруч, а... Как эта штука называется? Заряд самострела. Ух ты, блин. А ты опасна. Бегаю. Я до сих пор не купил новую мышку, к сожалению, поэтому есть проблемы. Так, ладно. Ладно, бафаться на порошочки не будем. Так, и давайте потихонечку размягчать. Отлично. Очень прочно, как видите. Ух ты. Меня не зацепило? Интересно даже как. Ну, хотя чуть-чуть урон прошел, на самом-то деле. Так. Ладно. Размягчаем потихоньку дальше. Блин, прикольно такая оранжевая, скажем так, загоревшаяся... загоревшийся крюк был. Скорее всего, это из-за многослойки. Могу предположить, что так все выглядит. Эть... О, могу зарядиться, наконец-таки. Да что такое? Эта лапка тоже, кстати, размещена. Так что можно и об нее зарядиться. Так. Ау. И все, в принципе, можно попытаться ультануть. Ух ты. Музыка, кстати, прикольная. Довольно-таки. Ух ты, я умудрился увернуться, ладно. Так, ладно. Давайте попробуем ультануть. Хорошо, приятно. Приятный урон. То есть я буду пользоваться абсолютно тем же, примерно, билдом, как и с Ксинадживой, потому что с такими огромными монстрами сражаться только Чарджблейдом. Потому что каким-нибудь топориком или... каким-нибудь лонгсвордом очень тяжело попадать по ним. Так, хвостом сейчас, скорее всего, будет бить. Да, и нужно выучить парирование на этом монстре. То есть, запомнить мувсет. Хорошо. Отлично, ульта прошла. Вот там плюс еще яд стакается, что вообще офигенно. Правда, очень мало бью. Очень мало почему-то урона проходит со склянок, хотя должно там проходить чуть ли не под сотню.
из-за того, что у меня... Ух ты, не надо. И, кстати, яд довольно неплохо ее дамажит по сотне. Вот яд хорошо дамажит. Из-за этого как раз... Ну, из знаний Окси на Дживе я как раз и взял ядовитый Charge Blade. То есть у меня есть водный еще, который довольно-таки хорошо дамажит. Это чё? Я хотел запарировать, но ладно. Так, еще раз. Плюнем в нее. Так. Ай, блин, она меня столкнула. И надо побыстрее похиляться. Если она сейчас не ударит... А, я каким-то чудом увернулся? Вау. Нет. Зря я решил зарядить клинок. Когда она там была... Нет. Блин, она на опережение выстрелила. За что? Как ты это сделала? Как ты узнала, что я именно туда бегу? Ладно, ничего страшного, в принципе. Давайте сейчас пополнимся. Плюс как раз покров нужно снять, чтобы начал откатываться потихоньку. Так, мы перекусить можем? Нет? Нет, пока не можем. Так, у меня есть кристалл, а я ее так и не попытался толкнуть. Хотя она вроде не в ярости была. Поэтому надо попробовать это сделать. Сейчас пока что давайте пополнимся. Скорее всего, будем пользоваться мегазельками. Вот. И что еще можно взять с собой такого интересного против нее? Наверное, бочки мы оставим. Бочки, мне кажется, бесполезными будут. Вот. Ну, вроде все. Вроде я все взял. Можно сок бодрости выпить. Просто одну штучку. Или мясо по-астерски взять. Тоже как вариант. Чтобы ХП сразу начинало регениться. Так, давайте сначала долгосрочные зельки выпьем. Потом начнем всякие там соки бодрости пить. Я не понимаю, почему у меня так мало дамажит все-таки. Артиллерия у меня в пятерку. Это значит, что у меня должно около сотни быть урона. Видимо, у нее прочное. Ну, видимо, у нее как бы сопротивление этому урону от артиллерии, скажем так. Так, бафаемся обязательно. На броню тоже. Сок. Долго пьет, очень долго пьет. Все, вроде бы все. Полетели. Попросим Мурвулкан поставить. Хотя не там я попросил. Угу. А? Тихо, блин, я же уклонился. Ну ладно, ничего страшного. Так, и нужно пробовать все-таки. Ау. Сбрасывать нехорошо. Нужно попробовать все-таки ее о стену толкнуть как-то. Ух ты, мне кажется, это не очень хорошая идея. Цепляться к ней за голову, когда она, скажем так, применяет луч под себя. Ну, это в любом случае, скорее всего, легкая версия. А, мы ее толкнуть даже не можем. Ну, то есть я не могу ее в сторону толкнуть, скажем так. Чтобы направить ее в сторону стены. Ух ты! Нет. Это было, скорее всего, опасно. Ау, а как она меня зацепила? Первый раз не зацепила, сейчас зацепила. Нет. Так. Надеюсь, она сейчас хвостом не будет махать. Блин, как назло. Как назло махнула хвостом. А, я еще и встану, да? Нет, только не луч, пожалуйста. Она хвостом машет, хорошо. Нет. Надену-ка я. Стоп, что? Да, не могла она. А, она уснула. Тьфу ты, точно, я забыл. У меня ж на палика усыпляющая... усыпляющая тарелочка. 480 единиц урона. Как же приятно все-таки. Да, это лучше, чем паралич, как по мне. Но паралич может подействовать несколько раз, а не один раз. А, все, она улетает. А, нет. Или да.
Ну, убегает, точнее. Или прыгать за ней нужно. Да, скорее всего, это как с Ксеноживой. Просто нужно на следующую локу переместиться за ней. Так, давайте восполним бафы. Блин. Не могу. А как же меня бесит уже моя мышка, если честно. У нее очень расхлябанное колесико. Так что такое себе. Больше энергии для пропитания, типа это больше попоболи. Так понимаю, вот чувствую, вот эти камни здесь не зря стоят. Надеюсь, не зацепит. Хорошо, не зацепила вроде как. И я не зацепил ее. Есть. Есть, как говорится. Попал ударом, который позволил мне зарядить клинок. Теперь я могу нормально атаковать любую часть тела, не боясь, что отскачет. Так. Теперь палик оставь свой мур-вулкан. Ну, ты поставишь, нет? Привлекает внимание монстра. А, это как с этим... с бегемотом, да? В смысле? Нет. Прям подо мной тоже заспавнилось и не заметил сразу. Так, ладно, отойдем. И похиляемся немножечко. Я бы, конечно, попытался на нее запрыгнуть. Нет! Нет, только топорищем попал-то, за что? Надеюсь, по мне сейчас не зацепит ничем. Я кувыркнулся, вроде увернулся. Ее хоть яд дамажит, что хорошо. Эй, в смысле? Ай, ай, ломает, ломает, Че за хрень? Почему так больно? Вы потеряли сознание. Осталась последняя попытка. Блин, охренеть, это что-то очень крутое на самом-то деле. Крутой скилл, прикольно, эффектно выглядит. Если на бегемоте он просто хватает лапкой и начинает бить об землю, то здесь это очень круто выглядит, потому что еще следует дальше выстрел этим лучом, что очень-очень здорово. Ну, прикольно, прикольно сделано. Прям даже классно. Окей. Давайте еще раз зайдем, пополнимся. Ой, какое снаряжение палика. Хотя снаряжение палика давайте сменим. Ой, нет, сменим оружие. Потому что я хочу ландыш. Я хочу ландыш или... Это же ландыш? Правильно ведь я просто не помню его название. Я так навскидку сказал. Вот, я хочу дать ему ландыш, чтобы он параличить начал. Вот, так что, да. Но здесь, я так понимаю, нет никакой ни дракони, порчи, ничего такого. Так что, в принципе, нам особо-то... Пустые годы и не нужны, но я на всякий случай оставлю, потому что вдруг было, не было, и тут раз и появится. Все-таки вторая локация, как только что мы увидели новый скилл, ее ультимативную, скорее всего. Так что, да, лучше не этот. Лучше не рисковать и просто... Просто пойти с максимальным запасом. Конечно, возможно, тут еще и кровоток, но для кровотока у меня есть всегда эти. Мясо по-астерски. Так что да. Так, а что, не выпил броню? Или мне показалось? Да, выпил. Видимо, сработал навык. Бесплатная еда. Угу. На опережение стреляет. Ой, отлично, я статус маунт. Настакал. Нет. Я хотел кувыркнуться, но у меня персонаж решил продолжить атаковать. Так, я лучше отбегу подальше. И похиляюсь. Потому что, ну, в баню.
Так, хорошо, хоть не на меня теперь агрится. Ау. Чё, схватило? Стоп, а чё со мной случилось? О, я оседлал, отлично. Кажется, за два прыжка можно её оседлать. И сразу, буквально сразу начинает атаковать. Я... Чего? Она настолько слабая на маунт? О, теперь по 81 дамажит. Отлично. Что происходит? А можно мне не на эту, не на нее направлять? Я так понимаю, вот для чего нужны были камни. Так, давайте пополнимся. Да, я так понимаю, именно для этого как раз камни были нужны. Ну, как с бегемотом, в общем, в последний раз он применяет метеорит. И потом улетает, ну, убегает. Здесь то же самое с Афиджевой, слушайте. Ну, довольно прикольный монстр, мне понравился на самом-то деле. Я просто непривычно то, что подобие Кульфтарот будет как... Ну, это смесь Кульфтарот и Ксеноджевы, то есть награды как с Кульфтарот. А вид тип боя как с Ксеноджив, а еще и с бегемотом, потому что это три таких смешанных монстров. Чистая кровь дракона, кстати, она мне нужна была, по-моему, для какого-то крафта. Ну давайте, что нам еще там, древний мертвый камень, что нам за него, вот такое себе. В общем, как-то так выглядит Сафиджива, 14 минут мы потратили. Отлично, давайте сейчас, скорее всего, будут подводить итоги, ребята, ну то есть исследовательский центр, там все вот эти вот. Так что, как-то... А, нет, слушайте, катсценки нет. Что странно, что очень странно. Так, у нас там вон восклицательный знак есть. Точка невозврата завершена. Возвращайтесь к искателю. Это у нас следующий квест. Ну, давайте, дорогие друзья, на этом пока закончим. Я просто не знаю, что сейчас будет, если мы поговорим. Будет ли у нас новое здание или нет. Так что на этом все. Вот такая вот Сафиджива, мы ее только прогнали. И, скорее всего, в следующих эпизодах будет уже полноценное сражение с этим монстром. А на этом все, дорогие друзья. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, эпизод вам понравился. Надеюсь, вам монстр понравился. Пишите, с чем бы вы, с каким бы оружием вы бы на него ходили. Вот. А на этом все. Всем спасибо. Всем до скорого и пока.